Ну вот сейчас мы с вами посмотрим номер, в который нас поселили. Когда мы бронировали этот тур, мы просили стандартный номер на троих взрослых. Но непонятно по какой причине нам достался номер гораздо лучше. Сейчас все увидим. То есть, как обычно, это сам шкафчик. Тут особенность такая, что вот сейф, внешне он выглядит как все, но на самом деле глубиной он в два раза больше. То есть побольше можно вещей различных там положить. Шкаф для одежды очень большой. То есть мы втроем взрослые вмещаемся свободно. Про лесенку я вам расскажу чуть позже. Ну, как обычно, телевидение. Вот есть возможность приготовить себе кофе или чай, все это дело пополняется ежедневно. Водичка для того, чтобы кофе самим приготавливать. Вот так вот у нас мини-бар выглядит. Здесь пиво, сок, минеральная вода, простая вода, фанта-кола. Ну, то есть, даже еще остается, сегодня выпиваем. Очень жаркая здесь. Вот тетенька у нас тут такая. Не совсем турецкого происхождения. Балкончик. Вид с балкона боковой на море. Ну и немножко так он у нас на соседний корпус. Но смотреть нам с балкона на море некогда. Мы находимся постоянно на пляже. Ну вот, в принципе, это первый этаж нашего номера. И оказалось, что номер-то двухэтажный. Ладно, сейчас поднимемся на второй этаж. Посмотрим, как тут у нас устроилась доча. Ну, здесь у нее вообще красота. Сейчас как мимо зеркала пробежим, чтобы не видно было. Также есть телевизор. Но балкона нет, есть окошечко такое. Звездочки считать. А так, вот смотрите. Вот. Также свой шкаф. Также ванная комната. Сейчас зайдем, посмотрим. Ну, если вы будете приезжать в этот отель, и будет у вас возможность попросить, чтобы вас заселили подобный номер, они расположены на верхних этажах. Ну, вот, в принципе, весь рассказ.